Так, кроссовки протри, братан. Так, ребятки, всем привет, с вами Дава Дым, и сейчас мы находимся в магазине Ротана Шоп. И как вы видите, я наконец-то добрался до чекмейта. Я сейчас нахожусь в другой стране, поэтому все новиночки до меня доходят с диким запозданием. Но зато я могу полноценно скорректировать свое мнение о данном продукте, либо о других продуктах. Что у нас есть? У нас есть самый первый дроп чекмейта, который вышел. Он вышел в 7 вкусах. А что у нас есть здесь? У нас есть дынно-имбирный лимонад от магазина Пармаркет. Привет, Нижний Новгород. Также у нас есть черника с мятой. Это Дир Кальян. А есть от Ошиши вкус под названием милкшейк с ягодами асай. Есть классический мохито от магазина S2B. Есть малиновый джем от магазина Bazooka Store. И я сейчас понимаю, что я мог бы дохуя бабла поднять за то, что только называю эти названия магазинов. Но, увы, вовремя не подсуетился. Есть персиковый йогурт от компании Хуков. И есть последний вкус у нас от Хука Плейса. Это зеленый чай с виноградом. Теперь давайте я расскажу вообще, почему, как и вообще для чего эта линейка. А ее можно назвать новой, такой новым этапом среди табачной продукции, потому что они напрямую сотрудничают с магазинами. У меня первый вопрос был такой, я думаю, многие тоже задавались, а как это происходит? Как получается так, что, допустим, Hookah Place владеет вкусом зеленый чай с виноградом? Как так? Либо Dav делает вкус и просто предлагает... Либо магазины остаются без вариантов, типа мы наносим на свой продукт ваш логотип, а вы, ребятки, не выебывайтесь. Какой вкус дадим, такой и будет. Я, конечно, все это для вас узнал, потому что я знаю, что не я один задаюсь этим вопросом. И я вам расскажу истинную историю, как все это происходит. Магазины пишут, да, в то определенные вкусы, которые они хотят получить, чтобы этот вкус был под их логотипом. Компания Daft и миксологи Daft все это мешают, создают, отправляют пробник. Если магазина все устраивает, то он его подтверждает, и этот вкус выходит в тираж. То есть все максимально кажется просто, но на деле все очень сложно, потому что некоторые вкусы перерабатывали по 7, а то и 10 раз, так, чтобы магазин это утвердил. Так что роль магазина здесь играет очень важный момент. Ну, теперь давайте, собственно, поговорим про технические характеристики. У меня сейчас здесь забит вкус малиновый джем. Это у нас от Bazooka. И что я в первую очередь заметил, что крепость... То есть так. Многие скажут, что это просто вкусовая линейка. Да, сделали вкусовую линейку, но на самом деле есть большое различие между классическим дафтом, дафтом All-In и, соответственно, Checkmate среди них полностью отличается. Первое отличие, которое я лично заметил, это то, что он гораздо легче, чем два остальных продукта у компании Daft. Прям реально легче. Он более стабильный. Он не бьет по горлу и он не такой прям крепкий, чтобы им конкретно накуриться. Второй, который я заметил, это в том, что здесь абсолютно другая технология приготовления. Это мне не говорил Daft, ребятки, это я не с листочка читаю. Это то, что я реально заметил в том, что Checkmate очень-очень водянистый. В плане в нем очень-очень много сиропа. И когда ты забиваешь чашку, ты понимаешь, что такой весь вымоченный, он весь мокренький. И это сразу наталкивает на мысль, что это абсолютно другой продукт. Теперь, что касается именно вкусов. Я прокурил почти все вкусы, и малиновый джем я забил второй раз, потому что он прям получился, наверное, самым лучшим из всех вкусов. Я почему-то рассчитывал, что самый вкусный будет у Ошиши, либо у магазина Hookah Market. То есть, да, как бы вроде огромные такие магазины, и я думал, что они сделают самый крутой вкус, но самый топчик для меня оказался малиновый джем от Bazooka. Давайте потихонечку сейчас все вкусы переберем, и я вам про каждый вкус попробую вкратце объяснить, стоит ли вам его пробовать, либо не стоит его пробовать. Зеленый чай с виноградом, я
лично от себя не рекомендую попробовать. Я его хотел попробовать, но то, что там есть виноград и зеленый чай, по сути, микс прикольный, прям, ну, прям здоровенский, знаете, прям курица хорошо, но моя любовь к винограду меня полностью откатила на задний план. Я сказал, что не, ребятки, я его прям сильно курить не буду. Я его попробовал, понял для себя и сделал свой вывод. Милкшейк с ягодами асаи от компании Ошиша получился очень прикольный, такой нежно-кондитерский, но как таковых ягод асаи там не чувствуется. Чувствуется свежесть, чувствуется кондитерка. Чувствуются именно какие-то пироженки. Вкус прикольный, попробовать рекомендую. Малиновый милкшейк самый топ. А, получился такой, знаете, нежный малиновый вкус. Прям нежнейший, мягкий, приятный, который прям очень-очень охота курить и курить. Так что малиновый джем я вам прям 100% рекомендую. А компания S2B сделала классический мохито. Это был последний вкус, который я курил перед тем, как снимать обзор. И я еще в истории сказал, что, бля, мохито будет крутым или говняным. Как вы видите, то мохито получилось так себе. А оно не получилось супер свежее, оно не получилось мятное, оно не получилось такое, знаете, с оттенками цитруса. Получился сладкий мохито, который сделали не на газированной воде, а на обычном спрайте. А, Дир Кальян сделал чернику с мятой. Поначалу я думал, что это прям блюмист, да, то есть самый любимый всеми блюмист, но по факту оказалось, что как бы почти блюмист, но намного слаще. Он обладает такой, знаете, карамельной ноткой, прям вот прям карамелька-карамелька. Поэтому я его тоже хорошо покурил, но к нему я рекомендую все-таки добавлять какую-то супернову, либо какую-то мяту. А, Пармаркет дынно-имбирный лимонад. Тут-то очень спорно. Дыня и имбирь как бы прикольное сочетание, когда имбирь реально начинает чувствоваться, и ты это прям начинаешь прям разжевывать. Но в данном случае у ребят получилось так, что дынька просто немного не свежая, но вкус все равно интересный, поэтому я его тоже ложу в топчик. Ну и последний вкус у нас от Хуков, это персиковый йогурт. А кто курил персик от компании Tangiers, он поймет, на что этот вкус похож. Знаете, это Peach Iced Tea. Вот прям реально Peach Iced Tea плюс немного какой-то такой, знаете, молочного привкуса. И получилось тоже очень здорово, очень мягкий и нежный вкус. И что у нас получается? У нас получается 5 топов из первого дропа и 2 не топа. Но я вас сразу предупрежу, что эти 2 не топа лично по моему мнению. Так что, возможно, вам не понравятся все эти 5 вкусов, а именно эти 2 вкуса вам понравятся. А, еще из интересных моментов я заметил, что во время курения табак очень себя хорошо держит при температуре. Вот сколько мы с вами проговорили, на 3 углях он не перегревается настолько сильно, как, допустим, классический дафт. Я все это связываю с тем, что сырье здесь достаточно обильно пропитано, и чтобы реально его хорошо прям перегреть, нужно постараться. Вкусы яркие и интересные. Я думаю, на этом все. Я думаю, вы примерно поняли, что такое дафчик мейт, кто его еще не пробовал, а не пробовали его многие. И вы примерно будете представлять, что это за продукт. Ну и также скажу по классике, все, что вы видите, можно выиграть. Просто ныряй в описание и выполняй все условия. И 20 июля мы сделаем большой прямой эфир, где разыграем абсолютно все подарки с прошлых видео. Если ты не знаешь, то заныривай в старые видео и обязательно участвуй. Там тоже есть тот же самые условия. Так что, ребятки, всем пока-пока. Это Дафт, это Чекмейт, это Ротана Шоп, город Алма-Ата.